Владимир, можно горячий шоколад с ежовиком, кормящим мамочкам? На самом деле лучше не стоит. Ну, то есть вообще, в принципе, любой шоколад, а этот горячий шоколад, он достаточно темный, вы можете просто белый шоколад, например, купить, если хочется вкусного, и его покушать. Или фруктовый, там, с клубникой, с облепихой, вот эти вот виды. А темные виды лучше потом, потому что это может оказывать влияние, потому что все-таки в темном шоколаде достаточно мощные содержатся компоненты, которые оказывают влияние на психику, на нервную систему, и это просто незачем употреблять грудному ребенку. А вот какао-масло, которое содержится как раз-таки в белых видах шоколада или какао-масло в чистом виде, вот это вы можете употреблять, и это пойдет на большую пользу, потому что те жиры, которые содержатся в масле какао, вот в натуральном, из которого мы делаем шоколад, они же ведь уникальными свойствами обладают на гормональную систему, и это будет очень и очень хорошим дополнением в питании. Поэтому белый шоколад или прям какао-масло. Покупаете и дополнительно кушаете, добавляете в еду, это прям продукт номер один. Шоколад. В общем, заходите ли в белые виды шоколада, или во фруктовые. И там белые виды шоколада, просто одни с фруктами, а другие с добавлением других ингредиентов.